Всем привет. Станислав Бондаренко не заставил долго ждать свою жену Аурику Алехину и устроил ей незабываемое свидание. А как это было, смотрите видео. Сейчас продолжу сюрпризом для жены свидание. Нужна же ответочка за прекрасную незнакомку в ресторане. Ну вот, я кое-что придумал. Не знаю, понравится, нет. Незнакомец. Позвонил, сказал, чтобы я была в удобной обуви, шапке обязательно, варежках. Интересно, что он задумал. Хорошо, что сегодня не так холодно. Ну что, кошка, ты в предвкушении свидания? Должен признаться, его сегодня не будет. Оно будет завтра. Серьезно, не шучу. По-моему, этот день не стоит мытой головы. Ты не будешь плакать. Зараза какая. Куличик. Подожди, куличик. Давай, куличик. В ухо прям. Блин, господи, угомонись эту лошадь. Опасная женщина. На каблуках там идет. Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.